Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. А сегодня, друзья, у нас интересный мод. Я бы даже сказал, это мега-бомбезный шейдер, который добавляет изюминку в звезды. То есть, сейчас сами увидите. Обратите внимание, это наша звезда Солнца. Давайте просто перелетим сейчас к ней. Желтый карлик, на самом деле, насколько мы знаем, это белая звезда. Так. Опа. А теперь смотрите. Вы видите? Обратите внимание на выбросы. Смотрите, выброс коронарной массы. Это мега-бомбезный шейдер, я скажу вам так, который добавляет реалистичности в симулятор. Да, помните обычные звезды, как они выглядят в Space Engine. И теперь обратите внимание. Прямо все светится. Видно какие-то всплески. Огромное количество просто заряженных частиц сейчас устремляется, наверное, в сторону планеты Земля. Собственно, от этого и происходят магнитные бури, так называемые. Мы начинаем пить таблетки от головы. И, собственно, мы видим северное сияние. Я надеюсь, вам видно. Вот они. Но это еще не совсем большие всплески. Мы сейчас рассмотрим, наверное, самые известные такие звезды. А вот интересно, если ускорить время, будет ли видно их колебания, передвижения? А реально, смотрите, невероятно. Они движутся. Вау, 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 фантастика, честно. Это просто обалденный, офигенный мод. Ссылочка на него будет в описании. Зайдите обязательно в Steam и напишите комментарий человеку, который создал данный мод. И обязательно выдайте награду, если у вас в Steam есть определенное количество очков. Так. С этой стороны тоже у нас какие-то выбросы. Я хотел бы посмотреть, есть ли какие-нибудь огромные такие коронарные массы выброс. Посмотрите, даже вот эти пятна на Солнце, они более стали реалистичнее. Давайте сейчас перейдем в обычный режим, фоторежим. Так, HDR. Опа, невероятно. Красиво. Посмотрите, насколько увеличилась яркость звезды, да? И, кстати, видно вот эти расходящиеся лучи, где-то длиннее, где-то короче. Так, давайте сейчас еще ускорим чуть-чуть время. Смотрите, выбросы плазмы. Невероятно здорово. Так, давайте найдем, наверное, сейчас самую какую-нибудь, ну, не ближайшую, а известную звезду, которая находится ближе к нам. Так, звезда Вега. Вега. Ну, давайте попробуем, наверное, перелететь к ней и посмотрим ее также. Уф. Белая звезда. Есть ли здесь какие-нибудь выбросы тоже коронарной массы? Ух ты, вот это невероятно, обратите внимание, какая красота. Обалдеть, это просто шикарнейший мод. Он Space Engine, я скажу, оживил в 100 раз, просто в 100 раз. И смотрите, частицы устремляются куда-то в космос, да? Невероятно, они не стоят на месте. Как же обалденно смотрится. Конечно, постобработочка, ну, где-то можно что-то было бы подшаманить, подхимичить, но даже так это выглядит обалденно. Невероятно. Давайте приблизимся к звезде.
настолько, насколько мы сможем. Главное не ослепнуть, как я говорю, когда мы путешествуем по звездам в данном симуляторе. Главное, одевайте солнечные очки. Либо сварочную маску. Ну, особо не поможет. Вот здесь, кстати, тоже какой-то выброс. Видно. Ох, с этой стороны. Посмотрите, какое движение. Невероятно. Всплеск от Веги, если бы здесь где-нибудь находилась планета Земля, вот тот всплеск, что мы видели, это, конечно, бы, наверное, было бы немножко катастрофично для нашей планеты. Посмотрите на движение здесь частиц. Как же красиво это, а? Как же это красиво выглядит. Невероятно. Я бы даже сказал, звезда прямо кипит. Она кипит. Она прямо дышит. Так, давайте, вот смотрите, устремляются заряженные частицы. Невероятно, это как же потрясающе просто выглядит. Так, звезда Ригель. Бетельгейзе, давайте перелетим к Бетельгейзе. Вау. Вау, невероятно. Просто чума. Можно, да, так выражаться? Скриншот. Я должен сделать обязательно скриншот. Посмотрите. Красотища. На это можно смотреть, наверное, я бы сказал, бесконечно. Просто бесконечно. Посмотрите, какие огромные выбросы просто. Планета Бетельгейзе. Ее прямо разрывает, я бы сказал. Ну, когда-то Бетельгейзе, возможно, уже взорвалась, но, скорее всего, нет. Когда-то Бетельгейзе ждет это, мы это знаем. Просто невероятно. Давайте я немножко отдалюсь, и мы посмотрим вот с этой стороны, вот на таком расстоянии на звезду. А теперь мы включим, ускорим время и посмотрим на движение. Посмотрите, она кипит, она просто кипит. Невероятно. Давайте найдем еще какую-нибудь звезду. Так, методом тыка, может, даже звезда Персея. Звезда Тельца. Так, не то, не то, не то. Интересно, как будут смотреться. Знаете что? Черные дыры. Вот интересно, по изменениям есть у них что? Давайте попробуем найти их. Так, я не знаю, по-русски будет работать или нет. Найдем стрелец. А, кстати, чем больше комментариев, и лайков, тем быстрее скоро будет стрим. И мы обязательно с вами что-нибудь посмотрим, какие-нибудь найдем интересные планеты и рассмотрим также звезды. Так, тон 1, звездное скопление. Так, белая звезда, неинтересно. Какой-нибудь голубой гигант я бы хотел посмотреть. Вон голубой сверхгигант. Перелетаем к объекту. Ух, 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 стоп. На медленный режим. Как же невероятно это здорово смотрится. Диаметр системы, между прочим, почти 8 астрономических единиц, 7,5.
пучина звезд, просто пучина, бесконечность, смотрите, бесконечность просто. Звездные скопления — это вот самое интересное, что можно наблюдать в симуляторе. Невероятная красота, особенно найти где-нибудь планету с жизнью рядом, да даже без жизни, и просто смотреть на ночное, дневное небо, это просто смотрится фантастически. Ну, кстати, здесь не очень такие большие выбросы коронарной массы. Так. Все-таки, наверное, придется нам перелететь, как я и сказал, к черной дыре. Стрелец А. Сердце нашей вселенной. Представляете, сердце нашей вселенной — это черная дыра, могучий стрелец. А, стойте, 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 стойте. Время чуть-чуть пониже. Мне кажется, как будто здесь что-то изменилось графически. Нет? Вроде бы как есть. Давайте посмотрим на его движение. Так, ну и давайте, наверное, еще раз перелетим к какой-нибудь звезде. Давайте найдем, может быть, какую-нибудь самую простую Альфа Центавра, я думаю, да? Так. Центавра, наверное, как правильно здесь его забить. Центавр А, звезда, Black Hole, черная дыра, опять же. Давайте так. Я уже все забыл, я в симулятор уже очень давно не залазил. Перелетим, собственно, сначала, ну, вот так просто к планете Марс. А отсюда найдем уже какую-нибудь ближайшую звезду. Так, это Юпитер. Звезда Процион. В принципе, можно посмотреть и Процион. Давайте перелетим. Белый субгигант. Двойная звездная система. Так, стоп. Да стой, да куда ж ты? Замедлить время. Вот так вот примерно. Да уж, реально белый гигант. Но самое лучшее, наверное, вот было в начале, да? Мы видели выброс коронарной массы. Ну, если что, я говорю, мы на стримах посмотрим что-нибудь такое интересное. Мы найдем звезды, где жизнь прямо-таки кипит. Вот еще выброс. Здорово смотрится, кстати. Давайте ускорим время. И заряженные частицы у нас отправляются прямо прямиком куда-то в космос. А вот мне интересно, это всегда здесь так будет происходить? То есть будут всегда массы какие-то вырываться? Да, точно, смотрите. Ну, то есть жизнь кипит. В сердце звезд, я имел в виду. А не то, что могли бы подумать, что какие-нибудь существа живут. Нет. Ну, собственно, наверное, давайте на этом пока закончим. Ждем стрим, обязательно посмотрим с вами много интересного и больше. Посмотрите, какой огромный выброс пошел под конец. Вау! И это всего лишь только начало, ребят. Обязательно рассмотрим много чего интересного, крутого. Ну что же, помните, друзья, космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. До новых встреч, новых открытий.